Сложная математика. Вопрос стерилизации собак только усложнился, хотя были все позитивные предпосылки. С опозданием в более чем месяц мы постепенно возвращаемся к планам по стерилизации собак домашнего мини-приюта собаки Семашка. Ждать дальше совсем нежелательно, откладывать и сдвигать сроки уже давно некуда. К сожалению, за последнее время цены на операции в клиниках стали ощутимо выше. Странно, конечно, курс евро с марта упал почти в два раза, а стоимость на импортируемую из Европы анестезию не уменьшилась, а наоборот существенно возросла. Наверное, волонтер Марина Абельдяева что-то не понимает в математике или в ценообразовании, но цены на стерилизацию у нас из-за этого просто взлетели. Теперь самостоятельный визит в клинику обойдется в 3500 российских рублей, и это без учета расходов на транспорт. А приезд врачей на дом нам озвучили в 15 тысяч российских рублей за 5 особей. Для сравнения, в прошлом году на такую сумму мы простерилизовали целых 11 хвостов на дому. Разница существенна. Ко всему этому домашний визит будет возможен только при условии безопасности, что у нас давно стало слабо прогнозируемым нюансом. Свободного времени ветеринаров и наличию у них самого этого наркоза. В общем, из-за всех этих не всегда легко стыкующихся факторов, неспокойной ситуации в городе и совсем неподъемную сразу суммы, домашний вариант, к сожалению, придется отложить. Будет волонтер пока носить, кого сможет поднять по одному, так и на транспорте немного сэкономит, и расходы по дистанции растянуть получится, да и меньше зависеть от остальных факторов будем. Ну а там уже как получится, не вывозим мы в этом году масштабную стерилку. Хоть и делать ее крайне необходимо. Очередь на нее в приюте за последние полгода стала только длиннее. Из-за стройки пришлось во многом самих себя ограничить. И рацион собак намного подсократить. И почти от всего запланированного по быту отказаться. И со стерилизацией уже очень серьезно сдвинуть строки. Поэтому будем двигаться в этом вопросе постепенно. И волонтер очень надеется, что определяющим словом здесь все же будет двигаться.